Истина где-то рядом. Секретные материалы. Это да, ребятки, это он. Это культовый сериал 90-х. И по наше время, практически наше время, всего было 11 сезонов. Вы только представьте, у меня уже есть обзор, у меня уже был, естественно, обзор 11 сезона секретных материалов, и теперь пришло время сделать полный разбор и полет этого сериала, этого культового, легендарного, шикарного и моего любимого сериала. Я посмотрел все сезоны в свое время, конечно же, добрался до 11 и... Ну, в общем, смотрите 11 сезон, обзор, но пока, если вы... Не дай бог, каким-то образом жили на какой-то другой планете, но не Земля, и не посмотрели секретные материалы, советую вам начать смотреть. Тем более у нас сейчас как бы таки карантин. Можно и расслабиться. Канада, США, год производства 93-й. А какие актеры? Джиллиан Андерсон, это сексапильная еще та. И в этот раз она еще сексапильная. И в постели чувства она еще та. Жаркая девица. Тетька. Дэвид Духовный, ну, само собой. Митч Пеллинджи, Уильям Дэви, Роберт Патрик, Томбри... В общем, один бомон. Бюджет был только в 1 500 000. Бакинский премьера в мире состоялся 10 сентября 93 года. Блин, это было культово. И вот эти загадки, я просто обожаю. Что-то неизведанное. НЛО. Только 12... Только представьте, 12 премий Золотого Глобуса. А сколько наград? Агентам ФБР Дани Скалли и Фоксу Малдеру поручают работу над секретным проектом «Секретные материалы». Как-то двояко получилось. Над проектом «Секретные материалы» — это архив нераскрытых дел, связанных с паранормальными явлениями. Там не только НЛО, кстати. Малдер верит в пришельцев и пытается убедить скептика Скалли, что не все... То золото, что блестит. Не все поддается разумному объяснению. Постепенно взаимное недоверие перерастает в дружбу и даже более глубокое чувство. Секс! Но без этого никуда. Есть фильмы, два фильма, о них я тоже отдельно скажу. Это блистательный сериал. Моя оценка 10 баллов. Кто бы что ни говорил, это прекрасный, шикарный сериал. Всем, кто любит фантастику, триллеры, драмы, криминалы, детективы, неопознанные, он просто будет... Это конфетка! Именно, конфетка. Ах, как он поет, как соловей. Да, друзья, именно так. Секретные материалы. 10 баллов. Да, пускай там есть ошибки, пускай там есть огрешности, но лично моя оценка, 10 из 10. С этого нужно начинать, секретных материалов. Друзья мои, ставим лайки или дизлайки, подписываемся на канал, помогаем на развитие канала любой монеткой. Все только исключительно для вас. Посмотрите, если не смотрели... Пересмотрите, если не смотрели не все серии. Секретные материалы. Истина где-то рядом. Adios.